Это ж какого числа? Я буду праздновать. 13-го. Мне везет по жизни, поэтому 13 октября, да? Или сентября? Вот это. А, вот-вот, ничего себе. Друзья, 13 сентября все празднуем Международный день везения. Кто празднует, тому везет. Ну, все-таки расскажите, как вы думаете, а человек рождается везучим или невезучим? Или надо что-то для этого делать, чтобы к вам пришло везение, счастье? Вот вы знаете, сейчас благодаря соцсети вот существуют, да, и там можно выявить людей вот положительно настроенных, которые вот желают другим добро, а некоторые не желают. Ну вот, к сожалению, вот есть такое. Вот вы знаете, вот опять-таки вернусь, побольше добра, друзья, вот человек, который думает о плохом, который излучает какую-то отрицательную энергетику, ну, не будет вести, ну, ребят, ну, не будет, ну, как ни крути. Поэтому давайте все-таки помогать, желать добра, просыпаться, если не в хорошем настроении, то заряжаться от других этой энергетикой, тогда будет вести. Ну, переборите вы в себе вот это вот неприятное чувство внутри, и все будет хорошо обязательно. Замечательно. Как вы...